Мухомор, погодник, походу. Экспериментальная колба. А это вороны, что ли? Ой, господи. Жаль, конечно. Сорт был неплохой. Нет ничего лучше в начале весны, чем хороший грабеж за море. Треклятый Тенерифе. Слушайте! Блин, что-то блок надо тебе на нее кинуть, что ли, блин? Превратить тебя в ежа. Такие мощные у тебя ходы, конечно. Я их научу, чистая работа. И повезло. Прими нашу жертву! Я только одним глазом. Воспламени наши чресла! Неправильно сходил я. Пляшите, куколки, пляшите. Так, я могу. Бля, надо было этого взять.
Там он забрали, короче. Ну, как бы отлично зашло. Тогда же оставь. А, что у него? Карт меньше, блин. Используйте мои отвары с умом. Он мне такое дал. Люди дружественно хотят создать его. Так, так, так. Так, еще раз, что надо делать? Так, исцелите дружественный отряд. А, создайте глушку. Ладно, давай. Искусил, выбирай то, что сильнее. Выходи, кто храбрый! Как он его убить хочет, да? Иди, Рапатри. Ладно, давай. Голод их сломит, а жажда доконает. Гостей допускаю, врагов задерживаю. Так, эту не сыграл ведь. Что за халуйское задание? Прошу вас помять, ваше превосходительство. Я не успеваю. Вот и твоя байда. Мой бог, пожалуй. Ваш покорный слуга. А, бля, у нее же эта хуйнюшка. Я забыл. Полни сердца. Чем задавили, ладно, первый дубль удачен. Ставим GG оппоненту, идем дальше. Я за... Так, попадается нам чудовище, ну походу... Походу мы приплыли. Так. Император мертв? Да здравствует император!
хорошо смеется тот, кто смеется последним. Чудовище, конечно, темпово так все. Есть. А что за 10-то будет здесь? Золотой дракон. А почему вы этого? Я не понял логики, парнишка. Ладно. Думаете, это победа? Ошибаетесь. Не будем. Думают использовать, не использовать. Парень. Ну же, шевелись. Что-нибудь посильнее поставит. Ладно, давай так. Забрали, хорошо. Так, Иохим есть.
Так, добить-то мы его как-нибудь можем. В любом случае его разыграть надо будет. Кончим. Так, карт у него, к сожалению, больше. Давайте так. Не трогай! Я без этих микстур умру. Пусти, этого отдавай. Ну, не очень круто. Давай свои хорошие. Можно, по идее, Иохима еще разок сыграть. Давайте так и сделаем. Я буду твоими глазами, господин. Что ж ты скинула, потаскуха? Не повезло. Минус карта в итоге. Ладно, доигрался, что я могу сказать. Мамуна. Ну, в общем, колоду так-то... Ой, господи, такие карты. Ладно, тут хоть неплохо зашло. Самодуров? Да, звучит неплохо. Хорошая карта. Откуп, в принципе, остался. Не помню, тут у меня ерунда всякая на этом. На Терранове, по-моему. Блин, а я потратил, да, эти... Плохо. А то подпалить мне перышки. Наш мир пребывает в равновесии.
тут, конечно... Чувство обманчиво. Лиф получается. Он что-то задумал. И мы задумаем. Превентивно. На, зашел бы сейчас вот этот, как его... Дяденька-то. Кукловод. В общем, туда надо немного, конечно, подкорректировать будет колоду. Ладно. Проиграть тоже надо уметь. Его отражение. Буля выпала. Смотрю. Молодец, молодец. Ладно, но тут с Хиахима у нас неудачно зашло. Идем дальше. Так, попадаются нам снова скеллиги. Опять погодники, судя. Пу-пу-пу. Наверное, пойдет. Он что-то задумал, и мы задумаем превентивно. Прими нашу жертву. А вот сейчас контроль-то бы как раз-таки не помешал. Ай, надо было стрельнуть. Может, и ты взглянешь на Зерикане. Восемь.
вообще ничего не знает. Что-то я не знаю, тут мне ходить-то особо не... Так что... Надо было, наверное, пасовать лучше, но ладно. Сейчас главное найти нам хорошие картишки. Хорошо. Так, создайте эффект. Класс. В длинном-то он меня, скорее всего, заколебет. А чё он? Сдался. Ну ладно. Бывает. Попадается нам север. Доменялся. Он что-то задумал, и мы задумаем превентивно. У меня полоски какие-нибудь. Он там уснул, что ли? Вовик. Лёлик, Болик, Вовик. Ну. На что спорим? Я обезумел. Что спорим? Кто спорит, тот говна не стоит. Сейчас он тут с козырей заходит. Ты еще не сказала своего последнего слова. Ну что, огоньку для разогрева? Болик-болик, блин. Из двух зол выбирай то, что сильнее. Пипец, тут карты-то... Так-то я бы этого взял, но он убьет. Ну, сколько тут? Два, было, три. Это в начале хода или вообще, или как? Выдержка. В конце вашего хода. А, ну то есть не хватает, что ли? Ну, давай так, приколимся. Можно было, кстати, вот этого поставить. Вовик, задачка, да?
Флок есть таки, да, и слили там, не знаю, жара какая-нибудь у тебя. Нет еще. Ой, так тебе. Ты всего лишь кукла, моя кукла. Откуп хорошо сыграл, конечно. Так, а можно что-нибудь поинтереснее? Вот. Так, только у меня нету этого. Государь-марионетка. Весьма заманчиво. Нету у меня... Ай, контролки у меня нет. Далее это только карты севера, да, создают. Это плохо. Но зато действенны. Да плохо, что у тебя такие вот мальчики. Ох ты, ни хрена у тебя картельник. Ладно, и Ахима там мне в любом случае. Я еще что-нибудь. Это плохо. Этих тактику-то я не играл. Наверное, зря тут. Здесь, видите, можно вот эту эхо дофига раз. Нагрудник что-то жмет. Молодец, молодец, Вуф. Ладно, это. Блин, мне добить нечем, да? Ладно, идем в следующий раунд. Тебе повезло, а мне нет. Зашел бы лучше бы вот такой вот дяденька. Обуха. Так, мне еще и не заход был. Вот что. Ну, колода фановая, повторюсь. Так, у него карт больше. Даже. Так открыть. Ну и резвая же ты, скотина! Э,
Так, не хватает тебе. Ах, сука, это и хватает. Нам подхиляем. Наделал, конечно. Я не пролью ни капли. Я зря в задний-то ставлю, с него шутить. А, осадное орудие. Это есть. Рибушет. Ой, сколько ты их достал. Сейчас, походу, бомбить меня будут этим бомбардировкой. Миграду нужны изменения! Так неудачно все совпало-то. Морковка нос, морковка, блин. Так, это 8, это сколько еще раз стрельнет-то? 7. А, давайте отпочимся. Я заберу. Да капец, у тебя вообще все зашло, что ли? Я офигеваю. Вот жук помойный, блин. Вы не пожалеете об этом, ваша милость. У него тут карта нет, блин. Меня надо слушаться. В общем, Вовка, нос, морковка, ты тормоз, конечно, диджей тебе поставлю, ну, блин, капец, конечно, так идеально все зашло, в отличие от моего. Ты путаешь звездное небо и отражение в пруду. Давай уже, ходи быстрее. Морковки. Шавки не знают чести. Ну капец, все нашел, блин. Капец. Поздравляю. Че? Ой, че этот что? Я обращу ваши жалкие королевства в пыль. Не говорите, что вайперы. Жесть. Я знаю, что ты, но я же не вижу от тебя.
Так, а мне не зашло, да? Треклятый Тимирис. Силос не пойдут. Не люблю запах горелого мяса. Бурый Миша. Идите. Нам отдать? А на эту? Ну, теперь ты получишь. За что такое дерьмо? Капец, как вот таким играть, скажите, пожалуйста. Так, ну надо прокрутиться. Жаль, конечно, сорт был неплохой. Вот не знаю, какая-то тоже непонятная колода у оппонента. Я вот на экспериментальной играю. Ну, так вот. Набросал по-быстрому. Вот сижу, карты добавляю. Вот сейчас вот со Стефаном решил попробовать. До этого у меня Браденс был. Ну, тут явно не получится так, потому что... Там у него пробилка-то такая. Разумный маневр. Тоже по-любому Терранова у него. Я
защитника нет. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну ладно. Поиграем в длинном. Капец, что-то у меня такие тугодумы все попадают. До последнего думаю. Ты уж, блин, это... Лайф-коучи, что ли, все пример берете? Голема теперь еще. А если вот сюда? Вот сюда. Это хорошо. Тоже хорошо. Так. Тактики у меня вот это есть. Так, карт у него меньше, это... Вес у тебя... Только нет. А, ну у меня вообще-то этот даже. Плюс я не знаю, что даже делать-то в таких случаях. Так. Эту что ли сыграть? Ну ладно, это мы всегда успеем сыграть. Эту. Карты-то такие хорошие, контрелла не зашел. Нильфгард захватит эти земли, с нами или без нас! А у него еще эти, что ли, идущие в закат, капец, блин. Что-то мне такие колоды попадаются, я знаю, вроде и фановые какие-то. Я, может быть, и профессионально я это на плейгинте-то не смел. Нового-то появилось. Лишите куколки, лишите! Ай, как ты меня достал со своими этими... Так, ну это по-любому Яхима будет. Из двух зол выбирай то, что сильнее. Довольно. Покончим с этим. Немногие отважатся зайти в наш лес. Какую-то херню я сделал на самом-то деле. Плохо. На, тут так хорошо сходил, кстати, сказать. Блин, вот это вот ебучая карта, блин. Как у тебя вот так вот тоже все поместилось? Император мёртв? Да здравствует император!
Да. Да, посерьезнее кого тут на моей будет. Куча этих. И все на руках, все прокрутил. А жажда доконает. И тут. А, ну может Ивара рольнем? Парень, ты выиграешь, скорее всего, ты чё? Надо, не надо шнур дёргать. Что-то у него с интернетом похоже. Или у меня соединение с противником потеряно. То есть у него проблем. Так, в общем, не знаю. Наверное, все-таки Стефан здесь лишний, поскольку... Наверное, псы чего-то чёрты. Наконец-то. Что делать мне? Ну, главное, эти-то карты-то такие беспонтовые вот эти. Так. Что там, я не помню, у меня было-то, блин. А, вообще, давай вот этого поставим. А что он его дернет? И мы это заблочим. Твои слова уже ничего не значат. Так, 4 карты. Да. Да, ну все. Мое желание для меня закон. 5-0 проигрываю, хотя Йохимов прокидал, все прокидал, блин. Пец. Тарелка бы зашла. Да, по-другому. Я не промахиваюсь. Да ты еще думаешь, так долго ты достал, да? Да господи, блин, почини свой интернет, парень. Я записываю вообще-то. Ну, Вовик, то Лёлик, блин. Ну, так бы он выиграл, скорее всего. Ладно, идем дальше. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум.